И Украина выводит армию из Крыма. Об этом буквально только что заявил секретарь СНБО Андрей Порубий. Его заявление слушала корреспондент событий Алена Шевчук. Она на прямой связи со студией. Алена, добрый вечер. Какие еще экстренные заявления озвучили в Совете Безопасности? Добрый вечер, Евгений. Да, действительно, принято решение о переводе украинских военнослужащих на материковую часть Украины. Кроме того, приняты целый ряд решений. Предлагаю послушать прямую речь секретаря СНБО. Було доручено Міністерству закордонних справ впровадити візовий режим з Російською Федерацією, опрацювати питання щодо евакуації із Автономної Республіки Крим цивільного населення, яке виявить бажання залишатись, яка виявить небажання залишатись на окупованій території. Спільно з Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ та Збройними силами України забезпечити безумовне виконання попередніх рішень РНБО України щодо часткової мобілізації та приведення Збройних сил України у бойову готовність повна. Кроме того, всем людям, которые согласятся жить, захотят жить в Украине, Андрей Порубий пообещал обеспечить жильем и рабочими местами. Также было объявлено о начале процедуры выхода Украины из СНГ. И уже в ближайшее время на территории Украины пройдут военные учения совместно с армиями стран-гарантов безопасности Украины. Евгений. Спасибо, Алена Шевчук. И самые свежие новости из Крыма. Украина выводит армию с полуострова.